Ну вот и Пушкина проснулась. Сегодня приехала посмотреть, как тут перезимовала вот розочка, клубничка. Тут вот крокусы уже какие-то желтенькие отцвели, а вот синие прям тут стайкой распустились. Тюльпанчики вон уже цвет кое-где набирают. Папа там шумит. Тут вот основные цветочки. Вот тут мне турецкое мыло вылезло зелененькое. Это жимолость уже. Тут листики вон распустила. И тюльпанчики будут. Хризантемки там вылезли, ожили. Ну, потихонечку природа просыпается. Снега уже нигде нет. Снега было... Ну, Вася говорит, что много, но я считаю, что прям сухо, землю вот копнуло, так практически все испарилось. Красная смородина уже вон зеленеет. Наш крот перезимовал, охранял. Дорога высоченная, что-то ее уже пересаживать надо. Надо еще